Привет всем, вы на канале Destined Art, это обзор магазина 10 июля. Поехали! Так, и сегодня у нас, давайте-ка посмотрим, 26 секунд про старое поговорим. Так, старое, мне очень понравилось Вестница Разлом. Также мне понравилась Аташа, за 800 она окупается. И сосулька для новогодних скинов отлично подойдет. Еще очень хорошо, что оставили нашу пляжную идеалистку. Она красиво выглядит, мы ее оценили. Еще очень четкая братья Бао. 4 скина за 1500 и можно собрать 4, так сказать, сета. Это очень клево. Золотой, зеленый. Такие сеты можно собрать с ними. Это очень круто. И у нас обзор. Как говорится, вначале я быстро показываю обзор, потом более углубленно, чтобы... О, ебать, 2500 вибаксов, а чё так много? Тени происходят... Охо-хо, нифига себе! Бля, о, ещё и кирки, ебать. А чё так топово-то, а? Я уже всё хочу. Так, давайте быстро пройдемся. Ебать, круто. Так, монтаж, вау, первый раз я вижу, тритон, классная вещь, и под монтаж, о, офигенно, о, искажатель страниц еще есть, ё-моё, хамелеон, уху-ху, бля, дубль 14, офигеть, ну так себе уже, но же больше лам офигенная, приступ ярости, ну так, у меня, это первая эмоция, которую я покупал, но что-то я не пользуюсь уже, поехали, гелий, считаю его, ну, для прикола его можно купить, а играть прям по приколу нет, ну страшно. Ты вот смотришь на него сзади, ну прям, не знаю, для любителя. Не скажи, что плохой за 1200, нет, это хороший скин, его проработали. Просто я бы не собирал такую коллекцию. Так, мрак. В принципе, мне больше девушка нравится. Типа девушка Энигма, она намного круче. Я уже для ТикТоки его поставил. У него классный бэкпак, это голубой сет можно делать, это круто. Для голубых сетов он зайдет. Энигма. Вообще прикольная штука, давайте посмотрим на вертолет. Это вертолет, мне больше хочется узнать. Ну, скажу так. Если бы я сидел внутри, рядышком вот здесь, я, конечно, бы балдел от этого под свои танцы, но не сказать бы, что долго. Так, идем дальше. Тритон, в принципе, неплохая покупка для создания 4 сетов. Вы можете создать 4 сета, понимаете, покупая тритона 4 сета. Типа за 4000, за 2000, я считаю, это неплохо. Но EOS сам внешне выглядит, я бы не сказал, что самый топовый, но в принципе неплохо, да. И мне очень понравилось с прошлого раза, когда я смотрел на оранжевый, и вот такой вот скин мне типа понравились. У них хочется хорошее сочетание эти переходы. Бля, я забыл, как это слово называется. Короче, забейте. Короче, цвет мне нравится. Искаженная страница. Вот ее я обожаю. У нее очень клевый градиент от розового к красному. Типа это, ну, даже фиолетового к красному. Это выглядит красиво и не больно смотреть. А также посмотрите, какие классные щупальца у нее сзади. Вот просто трясутся, смотришь на него и прям радуешься. Это один скинов, который я когда-то хотел. Сейчас не знаю, типа я бы хотел для коллекции. О, хамелеон. Классная штука, давайте удар посмотрим. Кстати, забыл удары чекать. Что-то я проленивился совсем. Сделаем вот так вот. Кого я там пропустил? Тебя. Слабенько, хамелеон. О, хамелеон, прикольный звук. Да-да-да, прикольный звук. Мне понравилось. Давайте дальше. Дубль 14. Прикольно. Ну не знаю, для кого он сойдет. Ну и сеты для него не подойдут. Страшно. Такое чувство, что реколор. Вот эта штука топовая, вообще обожаю. Приступ ярости — топовая эмоция. Но я ее купил один раз, попользовался в начале, а потом забил на нее. Но она вообще шикарно выглядит. По графике и так далее, она топ-1. И, блин, вот это еще особое приложение, блядь.
Просто пиздец как хочется. Давайте посмотрим, что мы получим. Украшение, экипировку, украшение, экипировку, я понял. То есть 1000 V-баксов там какие-то... О, даже подарить можно, нифига себе, бля. Это ж все, кто-то будет делать эти розыгрыши. Понятно, бля. То есть надо вот столько денег, чтобы... Вот здесь мне нравится молчанка больше всех. Она клёво выглядит. Знаете, ее стандартный стиль мне не очень, а вот именно вот черная с золотой, это... Вай, классно. Это круто. Так, поехали смотреть классные арты, которые мне сегодня подкинули. Так, я кидану сюда. Так, и поехали. А, стоп, тут очень много артов. Топовый арт, если вы хотите арты, которые вы видите на обзоре, пишите мне в ВК, я буду вам скидывать. Так, ууу, вообще шикарный арт. Смотрите, она такая реалистичная, что можно даже погрузиться в картинку, представить, что происходит, если вы взамен этого человека. Ну, точнее, этого персонажа. То есть можно почувствовать даже. Это очень красиво и очень приятно. Это, ну, для крутости классно, можно даже разрисовку сделать свою. Ну, короче, тема под себя порисовать. Вообще шикарная тема. Тоже сюжетный. Можно почувствовать, можно посидеть. Гармония тут есть и приятная атмосфера. Типа, я бы обожал этот арт. Кстати, скачаю. Для любителя. О-хо-хо-хо. Не, скачаю, скачаю. Я же обожаю этого персонажа. У меня прям он есть, летняя Мара. Я же сегодня с ней все это делаю. Бля, классно выглядит. Уже видели мы где-то. Классная штука. О-хо-хо-хо, еще классная штука. Блин, скачу, скачу. Бля, как же мило выглядит. Он такой большой, а у него маленький мир. А сзади еще больше, еще люди такие. Ебать, так красиво, так душевно. Ух, еще и слезы у него идут, видите? Если посмотреть. Не, не приближу, не покажу вам. Но вообще это классный арт. Давайте дальше посмотрим. Уху. Прикольно. Прикольно. О, блин, Мару нашли, это вообще круто. О, леший. Не, лешего я тоже люблю. Ой, наверное, один больше удалил, сори. Прикольно. Прикольно. Нарисовали топчик. О, прикольно. Скачаю. О, прикольно, прикольно, что у нас еще есть. О, топово топ. Так я показывал магаз. Тихо, тихо, тихо. Или выключить чат, так что не шумите меня здесь. Так, ну короче, мы посмотрели арты, они клевые. Все, большое спасибо Амине за то, что она поддерживает меня с артами. И Грише, они мне скидывают арты каждый день, и это очень мило с их стороны. Огромное спасибо. С вами был Dazed Art. Всего хорошего. В конце концов, я собираюсь уйти. Человек приходит на определенное время, а потом уходит. Таков порядок вещей. I'm sick of the hurt and the pain. Sick of the storms and the rain. Sick of the shit and the stains. Motherfucker, fuck fame, let's play the blame game. Fuck Obama, I ain't even got change. A lot of my niggas only got cocaine. Fly boats, drive planes. It's a crazy world, man. Everybody lame. Not a rapper, some dick for fame. Holy cow, this Chick-fil-A. I ain't got a lot of shit to say. Caution, pimps at play. Honest, fuck today. Fuck your flooded out chain. What's a man to lose his soul and have the world to gain? С вами был Дейзи. Прощайте. Я вас люблю.